Часто мы вышли из отпуска, будем набирать форму, да? Ну, это само собой, все знают, то, что надо поддерживать форму хотя бы немного. Это кроссы бегать, в тренажерный зал ходить. В принципе, многие так и делали. Спокойно все удалось, я как бы занимался, я 1-2 отдыхал, 3 восстанавливался, 4-5 уже вышел сам тренироваться у себя, ну, поддерживать, так скажем, форму. Сначала отдохнул первые недели, 1.5-2, а потом начал кроссы бегать, в тренажерный зал ходить. И ребята полностью отдохнули от футбола и готовы сейчас начать сезон только с положительными эмоциями. На эту неделю мы работаем, восстанавливаем аэробные возможности, все пробежки, все в спокойном таком темпе. Все скучали же по футболу, месяц слишком большой перерыв. Соскучились друг по другу, хорошее настроение, друг друга не видели. Месяц отдыхали, не видели. И так поработали, так в удовольствии, да, можно сказать, так все пролетело, тренировка очень быстро. Хотелось поскорее на тренировке вернуться. Настроение приободренное на позитиве. У нас там как бы такие с ребятами хорошие отношения, и поэтому по друг другу соскучились, и по мячу соскучились. И мне кажется, на поле все получается у нас. Кто куда улетал, там, а кто-то был там, а в Турции, то в Египте, все по разлетам были. Я там у себя в Арамиле был, как бы все с нетерпением ждали вот этого, сплоченность вот этой. Встретились, все улыбнулись друг другу в лицо. На эмоции просто, наверное, как первый раз увиделись, наверное. Пока здесь, да, пока нет никаких там таких грандиозных планов, да, там, может, зарубежный сбор будет один, еще пока нет ясности. А так будем готовиться, у нас турнир планируется здесь в феврале, команды второй лиги приедут. Ну, в первую очередь набрать форму, а оптимальным подойти к сезону, чтобы уже по ходу сезона не уделять внимания набору формы. Работаем в таком же режиме, как и первая команда. Все те же упражнения будем делать для того, чтобы у нас был как единый, да, тренировочный процесс с первой команды, чтобы футболисты, приходя в первую команду, были готовы уже к этим упражнениям. Нагрузка, конечно, сегодня нормальная была, достаточно тяжелая, да. Вкатываться очень тяжело, но все потихоньку, катимся, начнем сезон. Сейчас будет действительно для нас, так скажем, сложно, потому что мы первый круг очень начали небрежно, так сами все знаете, понимаете. Проигрыши никчемные, так скажем, ну, «Зениту» проиграли 1-2, там, «Мордовии» там уступили, ну, как бы там все на эмоциях, но все равно проиграли. Тем не менее, надо брать себя в руки и этот круг стартовать с хорошим таким настроем боевым и выигрывать, брать все победы. Чего, что бы это ни стало.